Президент Сербии Александр Вучич приказал привести вооруженные силы страны в полную боевую готовность. И отметил, что сербские власти будут готовы жестко реагировать, если Приштина продолжит бросать силы спецназа на невооруженное сербское население. Напомним, утром начались столкновения на улицах муниципалитетов Зубин-Поток и Косовска-Митровица после того, как отряды спецназа МВД самопровозглашенной республики задержали 13 человек на территории компактного проживания косовских сербов. Как сообщил Вучич, среди них россиянин, сотрудник миссии ООН.